Полиция американского города Тейлор выясняет, где 9-летняя школьница взяла 20 тысяч долларов. Девочка принесла деньги в класс и стала раздавать их всем желающим. Она, похоже, не понимала, что у нее в рюкзаке реальные купюры. Кому-то отдала 100 долларов, кому-то 500. Для школьницы все это было вроде игры в монополию. Учителя сразу распознали настоящие деньги. К нам обратились сотрудники школы. Их беспокоило, что у ребенка оказалась такая крупная сумма денег. Девочка рассказала, что рюкзак ей на улице дал незнакомец. Сейчас мужчину разыскивают. В местной полиции подчеркивают, что в действиях щедрой школьницы не было ничего противозаконного.